Спасатели пчел, так можно назвать эту пару из Боливии. В то время как по всему миру сокращается численность этих насекомых, Эрик Паредес со своей женой возрождают их популяцию. Пчелы исчезают главным образом из-за потери среды обитания. В Боливии местом их жизни остаются леса, которые масштабно вырубают. Пчелы невероятно важны для нашей планеты. Было доказано, что они отвечают за 70% производства продуктов питания по всему миру. С этой точки зрения наша работа очень важна. Последние 10 лет супруги обходят регион вдоль и поперек в поисках пчелиных семей, которые можно было бы спасти. Затем они отвозят их в свой заповедник под названием «Орхидеи». Там они переселяют пчел в новые деревянные ульи. Супруги утверждают, что спасли уже 10 видов местных пчел. Мы хотим превратить это место в учреждение по исследованию пчел. Не только для вида пчел Apis mellifera, но и для всех местных безжальных пчел. Мы также хотим передать эти знания в различные регионы, чтобы этих насекомых стали больше ценить. Юнгас – это влажный горный регион на западе Боливии. В последнее время здесь активно вырубают деревья под плантации коки. Площадь полей уже составляет около 22 тысяч гектаров. Это вывело Боливию на третье место в мире по объемам производства кокаина после Колумбии и Перу. Кроме вырубки деревьев, на сокращение популяции пчел также повлияло интенсивное использование пестицидов, изменение климата и растущая урбанизация.